Ребята, обещала вам показать очки моего мужа. Ну, вот так вот он выглядит. На секундочку. Вот. Красавчик такой. Говорит Арни. Как ты говоришь? Все так. В общем, деловой он в этих очках очень. А мы едем. Как видите, уже довольно поздно. Сейчас 20 минут 9. Будем, может, с вами наблюдать закат. Походу, мы не увидим с вами закат. Небо затянуло, все в облаках. Вот, только проблески немножко. Фу! Только вот с полей. Ребят, вы не представляете, какой мы сейчас чувствуем аромат. Вот с этих вот полей. Это кошмар. Это ферма так пахнет, это не поле, что это ферма. Собираем одуванчики. Будем делать веночек. Сейчас покажу детям, как делать веночек. Ложи. Куда будешь ложить? Вот там. Угу. А тем временем наш папик делает рейлинги на машину. Вот уже такие сделал интересные рейлинги. Сегодня очень хорошая погода. Вообще, с утра было вообще... 24 градуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Чего тут только нету, смотрите. У нас тут и инструменты, и телефон, и тарелка супа даже. Вот такой есть заброшенный дом у нас на даче. Интересно, никто там не живет. Внутри пусто. Плохо видно. Дети любят вот по таким заброшкам лазить, конечно. Сам дом очень красивый, большой, но никто в нем не живет. Очень много участков вот таких заброшенных, неухоженных. Вот такой же.
Симик убегает от автолавки. Едет. Да, едет Тимик, там автолавка приехала к нам. Есть в автолавке. А это что? Все, что нужно. Угу. Прикольно. Постойте, постойте. Дайте мне сейчас отводить. Дайте еще маленький. Так, ты смог три цены, и потом через год сюда приедешь. Цены еще. Соня, дайте сколько. Вернулись мы с лавки. Вот наши покупочки. Что мы купили? Сейчас Тимочка быстренько расскажет, что мы купили. Давай. 4 бутылки по 1 литру каждый и 3,1%. Ты просто говори, молоко. Молоко мы купили. Там йогурты, печенье, вафли, батон, 2 сырка, майонез, хозяйственное мыло, морковку. Что это тут такое? Колбаса. Колбаса докторская, хлеб черный, потом сосиски. Нет, это такие колбаски жарить. Свиные. Потом печенье, крекеры с луком, спагетти тут, роллтон, Дорида, минералка, кефир, 3,6%. И все, да. Вот все наши покупочки в деревенской автолавке. У нас вечереет, ребят. Смотрите, какой туман наступает. У нас всегда наступает туман со стороны леса. Вот это еще не сильный туман. Буквально минут 10-15, и он будет еще больше. In my face, you're amazing. You sweat too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Now you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. Ребят, всем привет. Продолжаю дачный влог. Сейчас я на кухне. Как видите, вот жарю драники. На газовой плите. Дранички. Вот сколько теста у нас осталось. И вот такие они у нас получаются. Все-таки очень большая разница, вот как обжаривается на газовой плите и как на электрической. На газовой плите оно все в таких вот как дырочках, и они даже более пухнатые такие получаются. А на электрической все-таки не так. Даже по вкусу они отличаются. Пропала я, ребята. Да, пропала. Потому что дети просятся на дачу. Это, конечно же, меня обязывает тоже ехать на дачу. Потому что за ними надо смотреть. Не могу я все свалить, как понимаете, на мою свекровь. Поэтому вот я на даче. Прошу прощения. Но я говорила, что сейчас летний период,
и, возможно, частенько так будет. Поэтому прошу меня не терять. Буду потом стараться наверстывать обязательно и снимать для вас красивые видео. Покажу вам, ребят, какая у нас сегодня погодка. Сегодня очень сильно похолодало. Было даже -1 у нас ночью. И снег с утра шел. А наши детки, смотрите, что делают. Строят шалаш, как мы в детстве. Кирюшка, расскажи, что ты делаешь? Строю себе дом. Дом? Ты уже такие большие ямы выкопал? Покажи. Ого, ты все это сам выкапывал? Угу. И вот еще яма. Уже, чтобы крепко-крепко стояли палки и не шатались. Вот. Уже не шатаются? Немного. Немного. Надо еще работать, да? Делают шалаш, будут в нем жить. Местные аграрии будут возделывать поле. Видите? А у нас уже вечер. Посмотрите, какое красивое небо, да? А где же мои деточки? Где они спрятались? А вот они. Забрались на печку. Мои деточки. Тимочка, тебе там хорошо? Конечно, это ж печка. Жарко? Да. Ты прямо как Емеля на печи? Да. Да. А откуда Емеля? Откуда сказка? Что за сказка? Ты помнишь? По щучьему велению. Правильно. В общем, лежит. Скоро уже будем ложиться спать. Уже у нас день заканчивается. Поэтому будем уже скоро ложиться спать. Да, да, ребят, проезжаем стадо коров. Хорошо. Уже возвращаемся домой. Давай, хорошо. Смотрите. Да, хорошо.